Чей так М-200 Intervention? Он сыграл решающую роль в ряде вооруженных конфликтов, бьет мировые рекорды как олимпийский чемпион и помог не одному охотнику за крупной дичью получить свою добычу. Винтовка М-200 Intervention производства компании Чей так USA из Теннесси, возможно, является самой востребованной в мире стрелковой системой экстремальной дальности, способной поражать цели на расстоянии до 5000 метров. Калиберная винтовка М-200 Intervention с продольно-скользящим затвором под патроны калибра 408 или 375 Чейтак и магазином на 7 патронов оценивается как снайперская винтовка номер один в мире. Она высоко ценится элитными подразделениями специального назначения по всему миру, в том числе знаменитой британской САС – особая воздушная служба, за ее беспрецедентную точность, смертоносность и дальность действия. Пулемет М2. Это может показаться странным, когда мы относим к лучшим образцам вооружений пулемет, которому 80 лет, но это замечательное оружие, и оно используется по сей день почти после вековой эксплуатации и бесчисленных войн. М2 был сконструирован еще в те времена, когда Франклин Рузвельт стал президентом, а Гитлер еще не пришел к власти в Германии. Этот пулемет используется во всем мире в качестве зенитного оружия для поражения боевых машин и уничтожения личного состава. По своей мощности он ближе к маленькой пушке. У модернизированной версии этого пулемета М2А1 есть быстросъемный ствол и пламегаситель для ночной стрельбы.